Это мой автомобиль, который я получила от подарок. И это я видео записываю для Ани Беляевой и для своего нового координатора. Это подарок по программе «Звездный клуб» лучшему из лучших. Снимая видео из своего офиса, машина стоит перед окнами офиса. А окна у меня вот такие огроменные. И это наш офис Эйвен. Ко мне приехала Веруша. Веруша не хочет, чтобы я ее снимала вот так быстренько. Раз. Не хочет нам даже помогать. А сейчас у меня произошло назначение. Мы поболтали с Аней по Вайберу. Назначение нового координатора. Она живет в другом городе, вообще далеко в России. Да, и вот мы с ней приняли решение развиваться как координатор. Ну, сейчас мы с Верой будем планы свои.